Хе-хей, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Станислав, это канал Лайк Позитивный, это у нас Файн Один Ай Майнкрафт. Вот, ребята, такой необычный мод, обычно, как бы, Файн Один Фредди, модификация сделана, фановская версия. Хотел поиграть, да, много там фановских версий есть, а я еще ни одну не играл. Как вижу, что это бета-версия 0.11. Я не знаю, видео вообще будет, там какой-то трэш полнейший. Сейчас бандикам пытаюсь это записать. Бывало, что заело все, пришлось компьютер перезапускать. Не знаю, бандикам хоть запишите это. Фух, ну не знаю, модификацию-то сделал, вон там внизу автор написанный. Кто это сделал? Иван какой-то G. По-моему, так написано. Давайте я попробую записать. Я вижу вот эта маленькая кошка, я не знаю, как видео будет. Даже вижу, что бандикам записывать уже 54 секунды, нормально так. Ладно, ребят, давайте начнем. Блин, даже мышку выключил. О, теперь нормально. Ничего, работает, вижу. Давай попробую хоть записать. Я вижу, тут опять этот утка, заяц и медведь. Вроде бы все на месте. Давайте поиграем. Новая игра. Все квадратно, как Майнкрафт. Да, необычный подход такой, прикольно сделали. Так, бандикам это записывали хотя бы. Так, это можно вроде бы... А, вот нажать. Она вообще не весит там нисколько, эта игра. Я ее даже не устанавливал, она как бы так скачалась сразу же, без этой установки. Вот что это значит? А, это она так загрузилась. Интересно, сколько кадров показывает? Оно ж не видно. Оно в окошке показывает. Блин, а что так медленно все? Рот закрыть. Как это закрыть? Так, рот закрытый. Блин, как оно все медленно. Тронники старые вроде. Как медленно, а? Второй мячусь. Закройся. Тут выключить нельзя его. Блин, как. Разводилось. Как это закрыть? Это хвостики, блин, я ничего не понимаю. Ничего не слышу. Все? Да ёб твою мать. Час ночи, блин. Шрак. Иди спать, не подбила. Да, какое неудобное тут все, а. Блин, оно что и медленно все. Я не знаю, что так все медленно. Обычный Final Freddy's 2, вот это, по-моему, второй. Модификация к второму Final Freddy's. Вот здесь есть вот эти вентиляции, маска, шкатулка.
Это модификация второй части, наконец-то этот чувак заткнулся, его даже выключить нельзя было. Оно, блядь, чем медленнее вот так поворачивается, и уже разрядился почти. Электричество кончается. А только 2 часа ночи. 5 минут уже я записал видео. ФПС-ка даже не показывается, понимаете? Оно в окошке у меня записывается маленьком. Да не надевайте эту маску. Я вижу, что тут стол вот этот. Ну тут не очень так все сделано, оно квадратное. Как по Майнкрафту, я понял. Что это гудит такое? Как будто тут компьютер стоит или что-то, не знаю. Генератор какой-то, блин, гудит. Это ж не мой мой компьютер так не гудит. Да, блин, ну чуть неудобно. Что-то мне не очень нравится эта версия. Модификация, блин. Это поворачиваешь, это, блин. Какое оно медленно, конечно, все. Оно мало не лагает, оно все медленно тут у меня. Тут меня ни разу не нападал вот этот золотой Фредди, ни разу его не видел. Эти все аниматроники были. И заяц вот этот, медведь, Чика была. Фокси. Опа, пришел, как? Ага. Да я не успел, да? Я проиграл, да? Да он медленно все, не виноват. Поворачивай эту странную камеру. Выключи это, выключи. Да ё-май, то оно ще выключается, эта игра. Да быстрее поворачивай ты. Вы сейчас, может, видели, оно вылетело у меня, блин, в это. Поворачивай. Бля, хомуха ты. Какое оно медленное. На рабочий стол выкидывает, берет. У него с экрана даже выйти нельзя нормально. То есть escape нажать, это тоже не помогает уже. Тут другой способ надо. Это вентилятор так гудит, я не понимаю. Что так громко? Не знаю, это я знаю, понимаю, что бета-версия, но она вообще никак. Интересно, хорошо, хоть не платная эта игра. Меня заяц хотел напугать, но не получилось у него. Он квадратный, он вряд ли меня напугает. Если крики были какие-то там, скримеры, блин, страшно. Это бы напугало, но это Майнкрафт. Это не то. Это если тут еще Херубин был, это добавили бы. Это было круто, конечно. Дракона, например. Какого-то там. Ну, что-нибудь, что там в Майнкрафте обычно есть. Сюда бы засунуть в эту игру. Вот, а, блин, он уже не вырубается, смотрите, а. 7 минут 37 секунд записало. Ой, блин. Какая она неудобная эта игра. 3 часа ночи, это бета-версия, вроде бы тут как одна ночь. Может быть, мы ее пройдем и сразу игру пройдем. И посмотрим другой модификации, где там получше работает. 3 часа ночи. Шкатулку заводить надо, это, блин, да выключайся. Модификация второму, значит, Final Freddy 2 очень похожа сильно. Чуть-чуть, да, неудобно. Я к этому как-то не привык. В обычном Final Freddy все быстрее работало. Вентилятор этот у каждой части Final Freddy есть. Вот этот, который на столе. Игрушки, понятно. Блин, хамука. Ой, блин. О, тут плакаты хоть нормально сделаны. Очень классно. Там даже шкатулка это. Сейчас осторожно бы бандикам не задеть. Тут вот это, ну, блин, записываю все. Я не знаю, как видео получится. Хрен не поймешь. Ну, может, будет маленькое, наверное. Кто посмотрит, там есть еще и другие модификации. Надо бы тоже посмотреть, поиграть. 4 часа ночи. Это всего лишь первая ночь, я так знаю. Поворачивайся же ты, а. Чё они такие грустные все эти аниматроники? Да блин, ну стой на месте. Вот так, вот. Так нормально. Бля, хаштым как неудобная. Прикольная музыка, ничего не скажешь. О, пришел. Так, блядь, плюс. Заяц опять пришел. Няшный такой, не очень даже стрёмный. Квадратный просто. Наверняка, ну. Неудобно, реально. Спереди никого нету. Там либо лиса придет, либо старый заяц. Но это первая ночь, и как бы это бета-версия, тут вряд ли кто-то еще нападет на меня. Наверное, кроме зайца больше никого здесь нету. Конечно, я видел, там старые аниматроники вроде бы были. Какой-то камере. Не помню, какой.
А, во, кстати, вон медведь, это Чика, по-моему. Фредди, как его там называют. Золотой Фредди ни разу не видел вообще, ни в одном фоне Фредди. О, а вот и Зайц, он здесь уже. Старые аниматроники. Это бета-версия, так что тут, наверное, одна ночь будет всего лишь. Посмотрим. Другая камера, блин, неудобно только. Так куда ты? Поверни, говорю, камеру, ты. Дурачок, блин. Поверни камеру, бляха ж ты муха. Чё-то не поворачиваешься. Ты так и стоять будешь? Я просто всё понимаю, всё весело. Ну, заводи шкатулку тогда, ладно. Ну, как всё медленно. Да выключи. О, повернулась, да ладно. Да вроде мышка же работает, вот та игра сама. Блин, уже, наверное, кто-то играл, но я же не смотрел это видео. Только узнал, что есть такая игра. Типа как Майнкрафт вообще, блин. Ну да, есть что-то такое похоже. Майнкрафт, оно квадратное. Да, 5 часов. Да ладно, мы сейчас ночь пройдем. Будет отлично. Я не знаю, как видео будет. Но, блин, ну так взять этот глюк, блин. Ну это действительно бета-версия, это уже игру надо дорабатывать. А потом же делать полный Майнкрафт. О! Прошли ночь. Шестая, ну как бы 6 часов. Фу, нормуль. 11 минут 20 секунд записал. Ах, все. Я прошел. Ты... Да, все. Спасибо за игру. Это была бета-версия. В этой игре только одна ночь. Но будет разрабатываться и другие. Как бы, ну еще ночи будут. Спасибо за игру. Ну, и все остальное. Ну что это? Такая была модификация, мы ее прошли. Больше ничего нажать нельзя. Я пытаюсь нажать на что-то, но тут вроде кнопки не работают никакие. Вот, ребята, вот сейчас звук записывается, хрен его знает, что я нажал, блядь. Знаю, хрен его знает, блин. Это реально странная игра. Ну ладно, ребят, наверное, закончим. Я думаю, звук записывается сейчас. Звук куда-то опять пропал. Ну, потому что у меня новость экрана, ну, не срабатывает ничего. Блять, хрен его поймешь. Ладно, давайте здесь закончу. Это была первая модификация, конечно, не очень мне понравилась. Все другие посмотрю, какие есть. Это была Final Freddy's... Ой, нет, Final Minecraft. О, все. Спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на мой канал. О, да ладно. Это что за херня ща? Да ладно, я уже хотел заканчивать, слушай. Но тут меня что-то удивило. А, тут стрелочки, тут ВСД не работает, тут стрелочки. Мы играем вроде бы за Фредди. Желтого. Вау, прикольно. Я уже хотел заканчивать серию. Нормально то, да? За кого-то мало бежим, или я не знаю, догоняем его. Ну, пошли за ним. Обычно мини-игра какая-то. А давайте в ту сторону, блин. Хотя подождите. Он идет туда. Свернуть. Ага, хрен тебе, давай назад. Там, по-моему, тупик просто. Даже звука нет никакого, какая-то музыка проиграла, ну как бы звук просто и все. Сейчас ничего не слышно вообще. Просто картинка иди все, блин. Так, что там, блин, ни хрена ж не видно, ну что вы там написали? А, Майнкрафт, что ли? Точно, Майнкрафт написано. А, и поиграй в Майнкрафт, что ли, я не понимаю. Континуум. Что это за... Я что, звезду зарабил, тише? Что это мне дает? Новая игра, континуум. Ну, континуум, это, наверное, первая ночь и все. Что за... Что ты нажал? Какая попка какая-то. Какой ПК, блин, какой скриншот? Как... О. А, понятно. Блин, ну не видно там, блин, чуть-чуть, блин, бандикам мешает. Ну, ребят, конечно, чуть-чуть в конце удивило. Ну, ладно, все. На этом уже точно заканчиваем. Спасибо за просмотр еще. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Лайк позитивный. Это была игра Final Minecraft. В следующей серии посмотрим другие фановские версии. Может быть, я найду что-то поинтереснее более. Бо мне это не очень как-то понравилось. Хотя Minecraft я как бы фанат этой игры, но тут не так. Ну, ладно. Не отчаиваемся, ждем следующее прохождение. До скорой встречи, всем пока.